Компания Kicks и любители SQ не обошла стороной сегодня с поступлением новых сабвуферов динамиков для любителей качественного звучания под названием из серии Sound Civilization модель Q12. Это 12-дюймовый сабвуфер динамик, который стоит всего 3900 рублей. Что в нем особенного? Номинальная мощность 300 Вт, пиковая 500, сопротивление катушек, а он, да, он двухкатушечный, 4 плюс 4 Ома. Звуковая катушка, кстати, 2,5 дюйма, что довольно-таки круто. Диффузор мягкий, редко применяемая здесь влагозащищенная целлюлоза. Подвес очень мягкий, кстати, сделан из резины, ну, резиновый со смесью. Мягкий ход у динамика. Что отметить? Магнит. Не огромный, но для этой мощности больше, чем хватит. Тем более, это же все же SQ. Штампованная корзина с антирезонансным покрытием. Отличный вариант для закрытого ящика. Специально разработанный данный сабовый динамик. Если у вас есть не слишком мощный усилок, например, хотя бы где-то мощностью Ватт 450-500, данный сабовый динамик без проблем от него раскачается. И, кстати, в своем соотношении цены и качества довольно удачная модель. Ну, будем тестить, слушать и понимать, что это за такое чудо звука. В наличии Sound Civilization модель Q12 от компании Kicks 3900 рублей.